Привет всем, ребята! Сегодня будем делать вот такой вот бургер домашний. Вот у нас такие булочки. Также мясо нарежем. И масло у нас. Бургер с кунжутом видим. Вот. В принципе, классная тема в домашних условиях. Смотрим, ребята, до конца. Подписываемся на канал. Всем приятного аппетита! Добрый вечер, дорогие друзья, подписчики канала. Спасибо всем, кто поддерживает, кто со мной. Вот, сегодня на мукбанге такой вот типа домашний бургер. Почему типа? Потому что бургер наполовину домашний, наполовину магазинский. В каком плане? Мы видим булочки, вот Макки бургер, да, с кунжутом. В упаковке в этой 4 таких булочки, и вот получился вот такой вот бургер. Домашний кусок мяса, маслом помазано, и вот такая вот булочка, в принципе. Ну что, ребята, всем приятного аппетита, и поговорим сегодня, какие девушки не нравятся парням. Как вы, ребята, думаете, если вы анализировал этот момент, можете написать внизу в комментариях. Если смотрят в данный момент ролик и мужчины, напишите свои мысли. Это очень важно. Дальше я вам расскажу, какие, на мой взгляд, мне не нравятся девушки, да. Вот. Но еще статистика говорит о том, какие девушки не нравятся парням. Кстати, с таким вареным мясом, это магазинское тоже мясо, да, вот вкусный такой получается бургер. Ну, ребята, хотел открыть форум, да, на котором часто мужчины оставляют комментарии по поводу девушек. И пару комментариев прочитаю и потом расскажу именно со своей точки зрения, какие мне не нравятся девушки, да, ну то есть именно качество или там, это уже после данного сообщения. Один мужчина пишет: женщины, которые сравнивают, контролируют и заботятся только о своей внешности. То есть, оказывается, есть такие мужчины, женщины, точнее мужчины, которым не нравятся девушки, которая говорит о том, что слишком уделяет внимание своей внешности. Вот, например, вопрос, конечно, сугубо индивидуальный. Нет общей формулы успеха у мужчин. Вот. Женщина... Итак, мне не нравится. Женщина-пустышка – это вид барышень, которые все силы, средства тратят на внешний вид, при этом абсолютно не заботясь о внутреннем наполнении. Иногда ведь хочется просто поговорить. Вот. Таким, получается, женщине тоже не нравится. Женщина-тихоня – слишком покладистая, без своей позиции и мнения, не уверена в себе. То есть, когда девушка не уверена в себе, таким... девушки парням тоже не нравятся. Вот. Женщина сравнение. Смотри, какой у Оли муж заботливый. Ноги ей пледом укрывают. То есть, когда девушки сравнивают, вот многим парням это, оказывается, не нравится. Вот такой вот момент. Также. Любительницы животных, алкоголя и бейсболок. Мне не нравятся женщины, которые слишком сильно любят животных, даже больше, чем людей. Не нравятся женщины, которые много пьют, больше, чем едят. Ну и те, кто постоянно апеллирует к своему полу и прикрывается тем, что у женщины слабые и беззащитные существа. Ну, то есть, типа, что женщина слабая, поэтому делай все сам. Не нравятся девушки в бейсболках, тем более с надписями и номерами. Когда вижу красивую девушку в таком головном уборе, всегда чувствую непреодолимое желание снять его, а надеть прекрасную кружевную вуаль.
Еще мне нравятся девушки, которые бесконечно рады вот всему и в восторге по любому поводу. Наверное, по ночам они снимают эту маску вечной улыбки и едят котят. Ну, это так вот, высказывания мужчин, да. Хотел сказать именно за себя. Ребята, напишите, что вы думаете по данному поводу, какие вам не нравятся девушки, возможно, поступки, дела. Вот, мужчины, кстати, если пишут. Точнее, смотрят. Вот. Вот. Мне, например, не нравится девушка, которая, будем так сказать, слишком высокого мнения о себе. Высокомерная. Вот. И только ее мнение должно быть правильно. То есть, вот я так сказала, бо вот, только ее мнение должно быть правильно. Я это замечал уже у многих людей именно. То есть постоянно стоит на своем, нема вот этой мягкости, быть податливой глиной, да, чтобы был баланс в семье. Вот. Также не нравятся девушки, которые, как бы странно ни звучало, но здесь тоже мысль та, что и мне, которые много употребляют алкоголь, да, ну, зла употребляют алкоголем, это так. Также отталкивает, потому что ничего светлого в этом нет. Ну, это мое мнение. Вот. Также, ну, понятно, курящие, злоупотребляющие алкоголь, высокомерные. Вот. Ну, естественно, когда девушка без целей, без, то есть, вообще, постоянно в депрессии, человек не знает, чем себя занять. Вот здесь тоже главная такая, может быть, проблема в том, что иногда может происходить такое, но когда человеку предлагаешь помощь, человек не хочет меняться, то есть у него постоянный депрессняк, то есть человек не знает, чем себя занять, и это не то, что там могут быть какие-то причины, там, ну, у каждого может быть депрессия, это, ну, когда человеку ничего не хочется. Но есть люди постоянно такие депрессивные, будем так сказать, у них всегда все погано, всегда, куда ни коснись, во всех все отлично, а у них самое хуже. Ну, кстати, и такие мужчины тоже есть. Я не только за женщин, просто тема, касающаяся сегодня женщин. Ну, женщины, вы не обижайтесь, поэтому не все такие, вот, но есть такие. Поэтому опыт жизненный подсказывал разные моменты и показывал разных женщин. Вот. Напишите в комментариях, какие вам мужчины не нравятся, или какой бы ролик хотели, чтобы я снял на следующий раз. Всем приятного аппетита. Вот. Ну а мы, наверное, будем понемногу заканчивать мукбанг, да. Но и надо дальше действовать уже. Подготавливаться к вечеру. Уже завтра рано на работу. Ну, всем отличного и хорошего вечера. Пока, ребята.